Банк. Слава, слава, слава! Что делать? Твои рейтинги в полной жопе! Про победу над Оксимироном никто больше не помнит. Плюс бабло с телевидения практически закончилось. СТС больше не зовет тебя на съемки, потому что не стоило, наверное, предлагать Киркорову марочку. Да, пох. Слава, Валентин Гнойный, дочнись! Еще чуть-чуть, и нам снова придется выпускать Соню Мармеладову на панель, чтобы хоть как-то заработать. Пох, антихайп, балла в рот. Мармеладову как раз-таки в рот и будут. Ты этого хочешь? Я хочу МДМАшек. Скоро даже МДМАшек не будет. Даже гостевых? Конечно, на вокзале будем жить. А из гостей у нас будут только бомжи да Замай. А денежка смерчи? Да кому твои кофты нужны, Слава? Замаю. Только благодаря ему мы и смогли сбыть первую партию мерча. Ха, Замай из свитшотов антихайпа. Себе такое теплое одеялко сшил? Короче, Слава, нам нужен хайп. Антихайп. Нам нужно опять хайпануть, сука. Успокойся, успокойся, тихо. Хочешь МДМАш? Нет, Слава. Амфетаминовая. Не хочу. Она специальная, гостевая. Не, я за ЗОЖ. Лизнуть хочешь? Я же сказал, Слава, я не хочу МДМАшку. А я не про нее. Сука, Слава, соберись. Ты меня вообще слышал? Нужен новый диск, Слава. Да похуй вообще. Так. Нужно забатлить кого-нибудь известного. Киркорова? Блять, Гнойный, ты еще Кадышева забатли. Нет. Нужно взять кого-нибудь помоложе. Мистер Атишу. Слава, ты, блядь, еще ребенка двухмесячного задись. А можно? Так, Слава, соберись. Нам нужен противник помощнее. И постарше. Замай. Вы ведь с ним друзья, Слава. Никто не поверит в ваш конфликт. Ну, хуй знает. Сегодня он, например, мне в тапки насрал. Чем не конфликт? То-то я смотрю, у тебя в тапках насрано. А животных ты вроде не держишь. Он просто МДМашечкой угостился и немного перепутал мои тапки с лотком. Он срет в лоток? Неважно. Слава, кого батлить будем? Может, Батитуса? А кто это? А хуй его знает. Вроде блогер какой-то. Точно, Слава. Нам нужно забатлить какого-нибудь блогера. Они сейчас популярны. Может, Ларина? Чтобы он опять забыл свой текст и принести с собой бутылку воды на Версус. Тогда Джарахова. Это будет выглядеть, как будто дядя Степа отчитывает малыша. Плюс только от фамилии Сони Мармеладовой. У него может скакнуть давление. Тогда приятного Эльдара. После того, как ты его задисишь, он извинится перед подписчиками. И на этом все. Стас Давыдов? Не. Ты видел его рыбчину про авторегистраторы? Мы ему не ровня, Слава. Димка Масленников. Он висит только с призраками. Эльдар Бродвей. Слишком дерзкий. Илья Прусикин. Слишком усатый. Усач. Слишком культурный. Сиранхерия. Слишком ебанутый. Моргенштерн. У тебя аллергия на ананасы, Слава. Юлик. Он только сделает реакцию на твой дис. Кузьма. Он сделает реакцию на то, как реагирует Юлик, смотря твой дис. Хованский. Чтобы в итоге ты, по сути, опять батлил с Рики Эфом? Забыл, кто гастрайтер Хованского, что ли? Поперечник. А ты разве поп? Нет. Тогда он не будет с тобой батлить. Но от МДМашки он точно не откажется. Сука, я хуй знает тогда кого. Слава, соберись! Золотая чаша, золотая! Алло, Соболев, хватит уже звонить. Нет, мы не будем устраивать пранк над Замаем. Его и так жизнь пранканула. Да. Коля, Николай, а ты не хочешь побатлить с чемпионом Версуса? С кем? С Гнойным? Тебе сейчас тоже рейтинги не помешало бы поднять, а? Да, Коля, будет тебе МДМашк. Ну тогда договорились. Сейчас Слава тебя задисит, и машина хайпа будет работать на нас. Все, Гнойный, зови Рики Эфа. Антихайп. Нам нужен хороший гастрайвер, чтобы задисить самого Николая Соболева.